Да, это бодрит. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди. Мы продолжаем с вами проходить игру под названием Far Cry 1 переделанные карты. От Ивана Комарова, это у нас уже пятая часть прохождения этой игры, пятая глава, которая называется «Вход в лаборатории». Ну что, погнали. Давайте посмотрим, что он тут изменил. Сейчас не вечер, а день. Это, во-первых, также тут появились новые реплики. Внимание всему персоналу. Да, вот. Это тоже вроде не было. Часов ожидается 4-бальный шторм. Но, к сожалению, я тут заметил одну проблему. Я посмотрел, как было у Александра Александрова, да, он тоже проходил эту переделку от Ивана Комарова. Там у него был еще вроде где-то здесь снайпер какой-то, да, и еще здесь должны были быть эти броника, ну, короче, снаряжение, патроны и оружки. Ну, почему такого нет? То есть запустилась, конечно, да, у меня переделка, но не на 100% изменения. Жалко. Ну, ничего страшного, давайте все равно пройдем. Будем надеяться, то, что в дальнейшем у нас ничего такого не будет. Все будет работать на 100%. А мы начинаем, погнали. Что здесь изменено? Да, и мне прям уже хочется пройти оригинальный Far Cry на реалистике. Мне прям самому очень интересно стало. Как это все буду проходить. Так, это тоже мы заберем. Конечно же. Емочку. Да. Так, давай. Надо того говнюка снять, который на вертушке. Сейчас я вот так вот обойду всех. Никто меня не увидит, никто не заметит. А хотя один заметил. Тут еще сучоныш. Ничего страшного. Вот еще один бежит. Вот блин. Кстати, вертушка улетела вроде, ни хрена себе. А почему это так? Можно сейчас вот за эту фигнюшку сесть и там пострелять. На, нахер. На. Так, извиняюсь. Продолжаем. То, что я молчал. Так. Ну, давайте их тоже убьем. Для приличия, а то что мы пропускаем-то. Да и все, в принципе, карточку мы забрали. И входим сюда. Нужно подкрепление. Наш пленник тут, на пляже Дельта. Опа!
А этого вроде не было, да? Черт, оно да. Тут изменения есть все-таки, небольшие. Будем надеяться, что это так было. Там где? Мне стало сложнее отслеживать твой сигнал. Ты думаешь, я знаю где? Похоже на какую-то пещеру. Понятно. Станция забора морской воды. Черт, свет вырубился. Только... Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Ну, сейчас мы это быстро пройдем. Эй, кто там шляется? Неизвестно! Что за чертовщина? Ну как фосика-то работает, что а? Что здесь произошло? Нахереть. Это что он добавил? Какая музычка заиграла? Ни хрена себе. Да, он тут изменил что-то. Что за чертовщина? Звук точно работает. Он музыку изменил по любасу. Я уверен в этом. Так, лифт заработал, да? Давайте сядем. Это место сплошной ад. Мне кажется, подорвав центр связи, ты вызвал суматоху на всех островах. Трагины воспользовались этим и сбежали потрясающе. А, трагины, они убежали. Так, это еще что, не конец, что ли? А, да, теперь конец.